Идти к мечте вопреки всему. В кинотеатрах Карачаева-Черкесии, как и по всей стране, стартовало продолжение популярного фильма «Лед 3». Зрители смогут окунуться в продолжение ледовой сказки и пережить вместе с главными героями все трудности пути к чемпионскому пьедесталу. На показе кинокартины побывал Алихан Лепшоков. Продолжение ледяной сказки ждали все российские зрители. История хоккеиста Горина и его дочки Нади и бессменной наставницы Ирины Шаталиной не осталась без внимания и любителями нашего кино в Карачаево-Черкесии. В особенности посмотреть фильм «Лед 3» пришли представители молодого поколения. По словам директора кинотеатра Чарли Виктории Бордуновой, данная кинокартина в первую очередь заинтересует своим глубоким сюжетом, где раскрывается стремление главной героини достичь своей мечты, несмотря ни на что. Несмотря на то, что сейчас нету американских фильмов, наши российские фильмы пользуются большим спросом, тем более у молодежи. То есть приглашаем всю молодежь и даже остальное поколение посмотреть фильм «Лед 3». Показана борьба юной девушки за то, как она хочет победить. У нее идет борьба с родителями, у нее идет борьба с самой собой. То есть большой спорт, он много чего просит. И вот несмотря ни на что, она побеждает. Юная фигуристка Надя Горина, которая после травмы, полученной на самом пике своей формы, находит в себе силы, чтобы вернуться в большой спорт. Ну и, конечно же, как же без любовной линии в фильме? Юный хоккеист Сергей Орлов оказывает свою поддержку главной героине. Особое внимание заслуживают музыкальные номера с участием самих главных героев. Он мечтает попасть на кубок льда, чтобы завоевать награду, которой так и не досталась ее маме. Тулуп-тулуп, еще и в конце программы. Прекрасный каскад. А сейчас что, прыгну? Каждый из нас переживал вместе с главными героями различные трудные ситуации. А вот финал фильма даже заставил нас прослезиться, отмечают зрители. В моменте хотелось плакать, было очень жалко. Но под конец это было вообще невероятно. Очень классный фильм. Я жду «Лед 3-4». Мне очень понравился фильм, как она выступила на сцене. Очень тоже хотелось плакать, как ее тренеру делали операцию, и она выжила. Мне очень понравился, короче. Впечатление очень хорошее. Я узнала об этом фильме, поняла для себя, что никогда не надо сдаваться, нельзя сдаваться, надо всегда идти к своей цели, и все у тебя будет хорошо. Кинокартина «Лед 3» также раскрывает сложные взаимоотношения между представителями разных поколений. Поэтому его стоит посмотреть всей семьей. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.